Всем привет! Мы вам представляем бутылочки. Бутылочка не простая, а с ложечкой. Это очень удобно дать пюрешку или кашку малышу, особенно в дороге. Сюда мы положим кашку и сами можем регулировать количество кашки, попадающей в ложку. Здесь у нас есть отверстие. Бутылочка вся силиконовая, ложка тоже силиконовая, что не поранит нежные десна малыша. Бутылочки не маленького объема, на 160 мл. Есть расцветка на девочку, на мальчика. Очень незаменимая вещь в поездке с малышом. И просто для малышей, которые начинают кушать.